Таджикистан получил разрешение на осуществление чартерных авиарейсов для вывоза своих граждан из России. Авиавласти Таджикистана получили разрешение на чартерные рейсы для вывоза таджикских граждан из России, сообщает РИА Новости со ссылкой на Департамент информации МИД Республики. Авиационные власти Таджикистана получили разрешение на чартерные рейсы для вывоза таджикских граждан из России. Первый чартерный рейс с пассажирами на борту вылетит из Москвы 25 июня, говорится в сообщении. Отмечается, что российские власти также дали согласие на то, чтобы авиакомпании Таджик Эйр и Самон Эйр вывозили.